Всем привет, с вами Содерлинг, и сегодня я выпускаю первое и, скорее всего, последнее на моем канале видео по Леди Баг и Суперкоту. Но оно будет не совсем о том, что от меня ждали фанаты этого мультсериала, потому что сегодня я решил наконец-то открыто высказать свое возмущение по поводу разросшегося хайпа вокруг Леди Баг. Этот мультик сейчас называют шедевром и ставят вровень с тем же Gravity Falls, хотя они даже близко друг к другу не стояли. Новые герои обрели большую популярность, нежели мультсериалы из моего прошлого видео, которые на голову выше по всем составляющим, и я не понимаю почему. Да даже Стар Пати все узла с интереснейшим сюжетом менее интересно людям. Прежде чем ставить дизлайки и писать гневно неадекватный комментарий, посмотрите видео до конца, и если вы все еще будете не согласны со мной, объясните свою позицию в комментариях. Может, я просто чего-то не замечаю в этом мультсериале? А можно я сначала оденусь? Ну конечно, хотя может и нет. Существуют целые отдельные каналы на ютубе, которые целиком и полностью посвящены Леди Баг. И я общаюсь со многими мультиютуберами, и вот что я вам скажу. Большинству из них этот мультсериал совершенно не нравится. Но им приходится продолжать выпускать новые видео по Леди Баг и Суперкоту только потому, что именно вы, зрители, вынуждаете их. Я не буду сейчас называть имен, кому из них нравится этот мультик, а кому нет, и я лишь хочу попросить. Смотрите их видео не только по Леди Баг, но и по другим мультсериалам, чтобы у них была возможность развиваться дальше, делать то, что хочется и нравится им. И я не понимаю, как можно было найти в этом мультике темы для сотен теорий. Перед созданием этого видео я посмотрел все серии, каждая из них от начала и до конца практически одинаково. Попрыгунчик? Монета? И что мне с ней делать? Это ложка? О! И что же мне теперь с ней делать? Прихватка? И что с ней прикажете делать? В жизни героев происходят определенные ситуации, впоследствии которых какой-то прохожий или, что случается чаще, их одноклассник испытывает негативные эмоции, чем пользуется бражник, вселяя в него акуму и наделяя определенной способностью. При первой встрече с новоиспеченным злодеем Леди Баг и Суперкоту не удается его победить. Зато во второй, используя котоклизм и супершанс, герои одолевают врага, если его можно так назвать. Ведь в большинстве случаев Маринет и Адриан сражаются и избивают своих же друзей. Ты будешь сражаться со своей лучшей подругой? Нет, мне придется спасать мою лучшую подругу. Которые в некоторых ситуациях были поглощены Акума именно по вине героев. Например, в серии «Повелительница времени» именно по вине Маринет, Али, Андриана и Хлои, столь драгоценный для Кима Валет, был сломан. Затем герои не дают девочке его починить, несмотря на то, что она уже все равно сумела переместиться в прошлое. А ведь все бы прекратилось и встало на свои места, если бы Ким вернула амулет. Ведь ей больше ничего и не нужно было. По вине Маринет амулет был лишь еще раз разбит, а потом была разбита и сама Ким во время сражения с героями. А закончилось все тем, что Леди Баг выставила себя спасительницей, починившей амулет девочки. Спасибо! Нельзя было никому отдавать их на хранение. Не думаю, что это тот самый хороший пример, которому дети должны следовать. Ну и говоря о Маринет, стоит вспомнить и другие ее не самые лучшие поступки. Маринет ворует телефон, чтобы стереть сообщение, и затем собиралась сказать Адриану, что просто нашла его, чтобы тот пошел с ней на свидание. В серии «Месье Голубь» она использует фальшивую монету, чтобы купить попкорн. А в эпизоде «Роджер полицейский» она подкладывает потерянное кольцо Хлои в ее сумку, чтобы унизить ее. Получила урок. Хлоя, конечно, просто отвратительный человек, но почему подобные поступки Маринет показывают так, будто они правильные, и именно так и следует делать? Хорошо, может, мультсериал не несет какой-либо посыл научить детей хорошему поведению. Возможно, тут какая-то уникальная идея? Ой, и тут промах. За несколько лет до выхода Леди Баг выходил мультсериал с практически таким же концептом. Рэнди Каннингем, ниндзя-девятиклассник. Такой же избранный школьник, получивший суперсилу, который должен теперь защищать город. Злодеи в этом мультсериале точно так же используют негативные эмоции людей и перевоплощают их в монстров, которых побороть нужно примерно тем же способом, каким врагов одолевает Маринет с Адрианом. Идея со светлыми и темными бабочками, символизирующей светлую и темную энергию, взята из аниме «Маги Лабиринт Волшебства». А учитывая, что из Леди Баг изначально собирались сделать аниме, готов поспорить, что Томас Састрюк определенно знаком с японской анимацией. Злодеи в этом мультсериале также жутко шаблонны.
Монстр, который слабеет от песни. Монстр, который становится сильнее, когда ему наносят вред. Мы такое видели уже десятки раз в других мультсериалах. Образы героев также, скорее всего, скопированы. Суперкот — это марвеловская черная кошка, а Леди Баг летает над городом со своим йо-йо так же, как это делает Человек-паук. Да даже некоторые сцены повторяют кадры из фильмов о нем. И я не понимаю, как это йо-йо, супершансы и другие ее способности связаны с божьей коровкой или просто жуком. Летать она вроде не умеет, хотя если под Баг они имели в виду слово «ошибка», то все вполне логично. Но еще как же может не раздражать то, что никто не может понять, кто же такие Леди Баг и Суперкот. Ну пусть цвет волос и прически могут быть одинаковы у разных людей, но давайте возьмем момент из предпоследней серии первого сезона. У него голос Айвана. Это первый злодей, представший перед Маринет. Она с легкостью сумела догадаться по голосу, что этот кусок камня — это Айван. А почему же тогда Аля, общавшаяся с подругой в обеих ее образах, не узнает ее голос? Почему это не происходит между Маринет и Адрианом? А еще есть Хлоя, Ким и другие их одноклассники. И этот факт еще удивительнее от того, что девочка ну совсем не старается скрыть, что она Леди Баг. То она перевоплощается позади скамейки, то в метро, то вообще посреди парка. И ее до сих пор никто не рассекретил? А вот и еще представьте себе Бражника. Судя по тому, что нам показывают, то он иногда просто стоит у себя в здании в облегающем костюме и ждет, пока кто-нибудь не начнет злиться, грустить или что-либо еще, чтобы вселить в него Акуму. А если же он отец Адриана, как об этом твердят все теоретики, то он обладает еще и способностями Флэша. Вот же не надоедает ему бегать из одной комнаты в другую и перевоплощаться несколько раз за полминуты. Более вероятно все-таки то, что Габриэль Агрес просто знает о существовании Хвами и истории супергероев, поскольку его жена, судя по еще одной теории, была одной из них. А под маской Бражника может скрываться, как бы это ни было банально, брат-близнец Габриэля. Хотя искать логику в этом мультсериале — пустая трата времени. Ведь в первой серии нам показывают все так, будто Адриан с Маринет ни разу не общался и вообще не особо обращал внимания на девушку, потому что она стесняется с ним заговорить. А затем в 25-26 сериях оказывается, что Адриан сам пытался с ней подружиться, говорил с ней и всячески оказывал знаки внимания. Серии просто не соотносятся друг с другом. Ну и отдельно стоит упомянуть их отношения. Маринет любит Адриана, а Адриан любит Леди Баг, не зная, что это Маринет. И дальше этой точки мультсериал за весь сезон никак не продвинулся. Да, они начали чуть-чуть общаться, хотя, опять же, судя по 25-26 серии, Адриан с удовольствием общался бы с ней со следующего же дня. Как я понял, все девочки и внезапно некоторые мальчики смотрят Леди Баг и Суперкота ради наблюдения за их отношениями. И это единственное, что привлекает такое огромное количество зрителей к этому мультсериалу. Поэтому создатели будут и дальше точно так же не торопиться с продвижением их отношений. Ведь уже официально анонсировано 5 сезонов Леди Баг. А значит, если Марина с Адрианом и начнут встречаться, то только в конце 4-го сезона, в лучшем случае. Иначе пропадет интрига, столь желанная парочка наконец сойдется, и следить будет уже незачем. В мультике не останется ничего интересного, и зрители просто уйдут. Чему же я веду? Смотря этот мультсериал, смотря столько в большинстве своем бессмысленных видео по Леди Баг, вы продвигаете его, поддерживаете рейтинги, и он продолжает купаться в лучах славы, кое недостоин. Если вы хотите следить за чьими-то отношениями, смотрите не Леди Баг, а Эрнольд, к примеру, в котором на это сделан огромный акцент. Также можно посмотреть Ким 5 с плюсом, американский дракон Джейк Лонг, ну и конечно Стар против всего зла. Без этих самых отношений Леди Баг пустышка, и этот мультик никак нельзя назвать отличным. Он просто обычный. Не смотрите Леди Баг, смотрите хорошие мультсериалы. Ну а с вами был Содерлинг. Ставьте лайк, если вы согласны с моим мнением, или дизлайк, если даже после всех моих доводов вы считаете мультсериал отличным. И обязательно жду ваше мнение насчет Леди Баг в комментариях, я все всегда читаю. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Спасибо за просмотр и пока.